Всем привет, с вами Zero Point. Мы продолжаем проходить Мафию 2 Джинес Вендетта. Сегодня в серии нас ждет подачки. Потом угон Потамак Индиан и свидетель обвинения. Посему давайте спиздим мою нелюбимую машину. Почему-то со спущенными колесами. Почему у него спущенное колесо заднее? Так кажется просто. А, кстати, мне в комментариях сказали это. Предложили, так сказать, протюнить тот самый Mercedes 300 SL. Ну, прототип Mercedes 300 SL, про который я говорил. Мусора терпила, я понял. Сейчас мы этим, наверное, и займемся, потому что мы возле квартирки находим. Уйди, ублюдская машина, отсюда. Реально, самая уебанская просто, уебатинская машина. Я надеюсь, этот Мерседес тут остался, потому что я когда-то я его тут проебал. Я надеюсь, вот он, отлично. Роллер GL300, ну типа 300 SL, только GL300. GL-ка, да. Ну, Mercedes GL-ка тоже есть, конечно. Так, давайте вот в эту вот, наверное, мастерскую. Или лучше вот в... Нет, далеко. Давайте сюда. Как бы, чтоб ты понимал, он в стоке, смотри. Сейчас, ланчи. Посмотри, как он едет. Просто... Сука, ты что делаешь, а? Смотри просто, как он едет. Вот это сток. Это сток. У него максимальная скорость в стоке 240. Смотри, он. Как вы задолбали, а. Так. Уйди отсюда, блядь. Ты, я думал, таксист. Как делишки? Охеренно сейчас. Ты вообще с такой машиной в своей жизни хоть раз видел? Он вообще видел, я ее, по-моему, чинил у него. 29 баксов. Я ее вообще-то не таранил, ничего не делал с ней. Так, давайте сменить колеса. Хотя колеса у нее заебенные. Может, их и оставить на самом деле. Давай такие с короной какой-то, я не знаю, на шильдике. Номера. Какие номера можно сделать? Какие-нибудь блатные, можете? Новые номера? Давай G. GL, блядь. Три семерки, нахуй. Опа, блин. Нормально. Теперь. Специальная краска, ну-ка. И все! Серьезно, и все. А повернуть можно машину, нет? А, блядь, у меня насморк еще и это ебучий. А, вот есть. Это какие-то, блядь, Чарлиз. Слушай, Чарли, давай Чарли сделаем. В память о Чарли, блядь. А, перекраска, так. Что у нас тут? Блядь, как же неудобно цвет менять. О, красный, нихера красная такая. Ну, давай посмотрим, что тут еще есть. Слушай, а как будет вот такой вот выглядеть? Why. Ой-ой-ой, ну это не очень смотрится, я думаю. Вот этот самый классный, либо же вот этот вот. Я вот этот вот возьму. Хоть колхоз, мне кажется, да? Да, есть такой. 1000 баксов, блядь, нагнетатель поставить. Ебать, просто на... Можно планку с колесом мне еще... Ну это сзади добавить, как для дрэга. Можно мне парашюты, блядь, сзади? Все, короче, смотри. Смотри, что делаем. Сейчас я пиздатую фоточку какую-нибудь сюда сделаю, такую вот. Все. В любое время. Да. В любое время зайду, починю, а я отдам тебе все бабки свои, блядь, отдам. Я сейчас только... Вот смотри, я только выйду сейчас. Мне, кстати, надо ее в гараже сохранить. ДТП, водитель хочет скрыться. Я же говорил.
Понял. Сука, блядь, я ж говорю, сука. Только, блядь, не надо выехать. Ну и чё? Только, блядь, я выйду. За это полагается штраф. За что, блядь? За то, что я выезжал с мастерской, мне протаранил вот этот хуеплёт? Нормально, блядь, живем. А ты чё ходишь? Ладно, лихач. А вы одинаковые, ничего? Вы чё, близнецы, вы братья Кличко или кто, блядь? Вы чё, одинаковые все? Здорово, да, опять. Да охуенно, блядь, ты слышал, наверное. Чего тебе сделать? 53 бакса, просто не успел вы. Сейчас еще один бензовоз меня будет встречать, смотри. Вот как же неудобно эти мастерские сделаны. Уйди нахуй. Не пачкай своей кровью мою кровавую машину, блядь. Эта краска стоит дороже, блядь, чем твоя кровь, сука. Нихуя жесткий. Ебать она ебажа. Я боюсь на ней ездить, блядь. Мне страшно. Я вообще хочу... Смотри, короче, давай я в гараже сохраню сейчас. Потом выйду на ней. И на ней мы будем... О, сука, ну, блядь, ну какого хера? Ну, ты какого хера? Я, короче, хочу на ней теперь ездить всегда. Километра в час, блядь, она может разговаривать. 253, ебать! Вот это вот хуйня... Нет, подожди. Вот это хуйня, блядь, 221. Нет, это 253. Охереть. Просто охереть. Я боюсь. На нее это. Так. Вот на эти подкачки. Тьфу, блядь, опять. Подачки на эти. Мы поедем через мост. Специально. Специально я поеду через мост. Ладно. Поедем пока на миссию. Через мост, потому что надо будет максималочку протестить. Тандерболт, съебись, а щиты. Тандерболт теперь по сравнению со мной это ведро то еще. Сейчас Тандерболт на меня обидится и протаранит. Бензовоз, сука. Не бесит бензовозы в этой игре, как и Тандерболт. Ой, блядь, подожди. Да уйди ты отсюда! Как ты выжил-то? Как он выжил? Что такие миссии легкие, блядь? Две звезды опять. Кстати, по-моему, пятизвездочные этой звезды, блядь, миссии не было ни разу. Ладно, свидетель обвинения. В газетах пишут, что большого целого малыш... Чё большого... А, брат большого целого малыш... Оказался под судом за торговлю наркотиками. Было бы прикольно смотреть, как глистенок тонет. Насморк ебаный. Ну вы знаете эту гадкую парочку. Единственного свидетеля нет никакой защиты. Спасите его от киллеров, чтобы было кому дать показания. Защищайте свидетелей от киллеров. Чё защитим, чё? А у меня оружие есть вообще? Ушли, блядь! Блять, я сказал, ушли. Сука, да почему вы под машину-то бежите? Чемодан, кто забыл свою? Там миллион долларов, может, лежит. Ебать, просто она нахуй. Посмотри, блять, она уже 80 едет. Пиздец, она. Подожди, 250. Получается, на 140 миль как нехуй должна поехать. Чё ты сигналишь-то? Здравствуйте! Нахуй. Вообще, эту хуйню можно взорвать.
Добрый вечер. Патроны-то можно подбирать, нет? О, патроны. Ой, блядь, они спавнятся, ничего. Кстати, по-моему, на сложном уровне сложности, как бы это, блядь, странно не звучало, они по карте не спавнятся. По карте не обозначаются. А здесь обозначаются. Блядь. Да вставай ты нахуй! Пошел в пизду. Честь еще, блядь, тебе оказывать, убивать тебе, тварь. Чё? Чё сказал, блядь? Ну. Ну, блядь! Да, смешно, блядь. Супер! Где, блядь? Ой, нахуй, боюсь. Сам ты, блядь, ублюдок, чё? Чё такое, где? Спокойной ночи. Скорее, ласты. Ну? Яблочко. Давай, блядь. А, все что ли? Блядь, пацанов лежит. Нормально вам тут лежится? Хорошо все? Почему на эту херню нет патронов вообще? Почему на такой Томпсон-то нет патронов-то? Ну ладно. Блядь, я чихну нахуй. Ай, блядь. Сука. Блядь, вчера дождь такой был, пиздец нахуй. Я еще, блядь, возвращался, короче, это... Откуда-то? Вот, не буду говорить откуда. Вот. Как вхуярил, блядь, я ебу, там реки, блядь, из воды шли, там просто, нахуй, я не знаю, там машины, блядь, уже под водой оказывались, это пиздец, нахуй. Я без зонта, блядь, в одной майке и шортах, нахуй, иду, и, походу, после этого я, блядь, простыл. Охеренная история. Гон Потамака, хуяка. Индиана. Индиана Джонсон. Давай Индиана Джонсона угоним, чё? Чё нам, блядь? Я боюсь разгоняться на этой машине. Я боюсь на ней разгоняться, блядь. Мне очень страшно на ней разгоняться. Тут есть прямая? Есть. Я здесь поверну специально, чтобы напрямую, блядь, сразу. Потому что мы все хотим посмотреть... Как же эта машина будет чувствовать себя напрямую? А я-то как хочу. Я сам себя удивляю. Вот если вот с мидкастом 200 не будет мешать. Все, давай. И таксист. Вот таксист сейчас мне помешает, блядь. Преследую гонщика. Ебать. Понял. Прям ракета? Чё он сказал? Новая фраза сказал? Подожди, он сказал новую. Он сказал фразу новую. Я как летаю, блядь, или чё он там сказал? Чё-то я не понял. Чё он сказал? Может кто-нибудь расшифровать? Слыхал, фирма Потамак разорилась, пожалеем их, пора за нас, автодилеры, только что выпустили
Индиан, эта машина станет классикой, вот ты увидишь, пригонишь не такую, буду очень благодарен. Угнать Питаймака Индиана, доставить его в горы. Вот это вот говно, блядь. Вот это вот, блядь, говно? Серьезно? Блядь, нихуя, что так лага... Ёбаный в рот, нахуй! Чё с ФПСом? Чё? Блядь, вот Потамак Индиан стоит. Вот еще один Потамак Индиан стоит. Блядь. Перед мусором чуть не сдох. Вот еще один Потамак Индиан поехал. Почему именно тот, который здесь стоит? Блять, охереть. Потому что он баклажановый, я понял. Ах ты, ну прям как новичок. Да, как новичок. Я же замки-то не взламываю, я просто бахаю стекло и все. На, блядь. Вот опять метка стоит куда-то. Почему она, блядь, не убирается? Блядь, баклажановая хуйня, сука! Блядь, мусора, не баклажановые, блядь! Нет, блядь. Машина вообще не разбилась. Преследую гонщика. Да. Ясно. Я даже удивлен, как я на этой машине смог превысить. Она же вообще, блядь, не едет и не рулится, нихуя. Чё такое? Чё с яркостью, блядь? Чё она меняется-то? Кстати, по-моему, в «Мафии 2» только вот во всей, то есть и в сюжетной линии, в истории, и в «Мафии 2» Джоас Адвенчерс, и во всяких там Джиммис Хуимис, там только один раз был дождь за все время, по-моему. Всего один раз. И это было в истории, где... в последней главе, короче. Потому что там по скриптам дождь. И все. По-моему, я дождя больше не видел. Блять. Потамаки Индины, что вы делаете, блядь? Ебанутая машина. Преследую гонщика. Преследую, что я тебе могу сказать? Понял. Ой-ой-ой, проехал. А что так время много дается? А, ну потому что там мужик вроде другой сидит, этот автодилер-то. Чарли мне вообще времени нихуя не давал, а этот вроде побольше дает. С, нихуя себе. Так, 4000 баксов. Блять, ну, выбор, конечно, охеренный вообще. А, тут ж моя стоит. Я уж хотел машину угонять, но тут есть моя прекрасная разъебанная машина. GL777, блин. Так, я же обещал, что мы по мосту по... Блядь, ну... Сука. Вот это место, вот это блядское, вот бляди... Просто вот блядинское вот это вот место, потому что там тоннель находится. Сука. Как поступить-то? Ладно. На мост. Поехали на мост. Блять! Неплохо там. Ну, охуенно, блядь, да. Просто охуенно. Нет, Шуберт фрегаты, не-не-не. Mm-hmm.
она не успевает переключать передачи, блядь, отщелкивать. Если бы там стоял автомат... Если бы там стоял автоматическое, но там не автоматическое, потому что там ручная вот стоит, видно, рычаг. То почему-то он его не передергивает, странно. Очень странно, блядь, 120. Хуярит, сука, как вы меня увидели-то, блядь, вообще? Она такой... Сука! Пидор, блядь! Блядь, чиниться надо, прикинь. Она если дымится, она мощность потеряла. Пиздец как. Даже не спрашивайте, откуда я знаю, что тут заправка есть. Тьфу, блядь, заправка. Ахуе. Ты что делаешь, блядь? Придется платить, сэр. Я тебе сейчас тоже заставлю платить, блядь. Ты мне нахуй машину, блядь, фару разбил, нахуй. Фонарь, блядь. Спасибо большое, офицер. Что вы разбергибал мою машину, блядь. Охуенно просто. Я тебе не дам зайти в свою, блядь. Чё, охуел? Добрый день. Куда он делся? Куда офицер, блядь, делся? Чего ищешь? Блядь, 200 баксов, ёб твою мать. В любое время. Не, ну, и вот кто в комментариях, знатоки мафии есть? Это же самая быстрая машина считается, да? Или вот эта вот, которая машина букмекеров Jaws Adventures, она быстрее? Мне почему-то кажется, что все-таки побыстрее будет та букмекерская. Потому что у нее, по-моему, передача побыстрее отщелкивается. Ладно. Шустрая какая. С дороги нахуй, блядь. С дороги, блядь. Смотри. Внимание на спидометр. Вот это да. Вот это да. Все, я положил, блядь, ее. Я положил стрелку, блядь! Она дальше не идет просто. Блядь, ну что ты, сука? Чё делаешь, блядь? Подрезаешь мне, да? Мафиозник ебаный. Стрелка дальше не опускалась. Я думал, она на второй круг перейдет, эта стрелка. Просто охереть можно. Блять, сука, Thunderbolt, ёбаный. Ну-ка, детка, что ты умеешь? Она умеет много, Джимми. Вот мы с тобой уже это проверили, что она умеет очень много. Она, блядь, пиздец шустрая. Вот когда ты про бензовоз говоришь, что шустрая какая, вот это, конечно, выбешивает. Вот про такие машины стоит говорить шустрая. Что ты умеешь? Да ты задрался этой фразой. Мы уже посмотрели, что она умеет. Все, мы тормозим. Меня убить хочешь? Да, ну ты что, не знал, что ли? Сейчас вместе со мной поедешь. Мы вдвоем убьемся. Подачки. Броди только что купил новую машину своим приближенным. Он чует, что запахло жареным. И пытается купить верность своей банды, когда дело дойдет до точки. Что-то вам никакой верности не досталось. Разгромите машины, покажите ребятам Броди, что здесь им ловить нечего. Уничтожьте все отмеченные машины. Ха! Вообще, блядь, легко. Это, блядь, для кого миссия-то вообще? Ебать, я думал, он сейчас это в багажник сядет. Машину видел, блядь? От такой машины, сука, держаться надо вообще за 20 метров. Километров. Ой. Кажется, тут это... Немножечко злые пацаны стоят. Ебать там злых пацанов, ёбаный.
Давай-ка я. Слишком дохуя злых пацанов, по-моему. Конечно же, нахуй. Неплохо. Адьёс. Неплохо. Мусора, блядь, сразу же. Мусора, расправляйтесь с ними, нахуй. Супер. Мусора, блядь! Пиздец. Мусора. Ай, красавчики мои. Что? Блять, просто несокрушимый нахуй. А, там еще. Я понял. Ой. Ой! Ой, сука! В пизду этих мусоров, блять, похуй на них. Сука! Сука! Нихуя себе! Нихуя себе! Вы чё? Блять! Ебать, где мужик? А кто уголь-то собирать будет? А чё не киркой, а лопатой? Не понял. А алмазы будут? Ебать. Блять! 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 Это взорванная хуйня. Нет. Склеил. Спокойной ночи. Покойный, блядь, а не спокойный. Да, сука, еще что ли кто? Не дохуя ли? Да, блядь, еще что ли один? Ай! Да я крут. Блядь, и там еще какая-то тварь. Они снизу. Нормально, взрываем. Сука, так и знал. Тут один козел пострелять решил. Да ладно, блять. Вас понял. Суки. Ладно, хорошо. Ладно, нехорошо. Они уже забыли про меня. Я просто не хочу лишний раз с мусорами связываться, так в три раза быстрее принесу, прошу. Ну как, меня не убили чуть-чуть, блядь, не убили. Блядь, пиздец. Это был пиздец. Ой, хуя будка, блядь. Железно-бетонная. Бетонно-железная. Цень, хуя, чё так хуёво-то? Как двойку в школе получили. Ладно. В следующей серии у нас будет угон Walker Rocket, та самая ублюдская машина, и люботомия. Лоботомия, блядь. Люба, я думал, Люба, блядь. Ладно, на этом мы с вами закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока, друзья.